Всем привет большой, всем большой привет зрителям нашего канала. Мы с Юрой находимся в Паттайе, ну вы это все уже знаете. Спасибо большое новым зрителям за то, что подписались на нас, спасибо за ваши комментарии, спасибо за советы, молодцы, все читаем. Ну, конечно, отвечать не успеваем. Итак, ты вспомни, здесь мы сидели. Да-да-да. Вот. Здесь были... Итак, мы сейчас с вами отправляемся после замечательного ужина на рыбном базаре с кокосовым коктейлем. Мы отправляемся с вами в фестиваль 21. Хочу там кое-что приглянуло вчера в фестивале, в торговый центр фестиваль. Хочу там кое-кому купить подарки. Ну, в общем, посмотрим, куплю, не куплю. Карта «Газпром» работает, на карте у меня деньги есть. Так что, если что понравится, рассчитаюсь картой. Ладно, сейчас мы уезжаем отсюда. Прекрасное место. Если кто не видел, посмотрите предыдущее видео. Рыбный базар. Когда вы посмотрите, мне кажется, даже те, кто не любит рыбу, все равно ее захотят попробовать. Ну, мы поехали на тук-туке. Тук-тук, кстати, изменения по тук-туку. 10 бат стоит днем, как раньше. После 6 вечера 20 бат с человека. Так что, кто будет отдыхать, будьте готовы к такому... Ну, то есть это вас не обманывает, ничего, да. 20 бат, вот и все. Кокосы, видите, вятки, все здесь обычно. А вот это вот... Скоро китайский Новый год. Смотрите, сколько. Все красненькое такое. Мне нравится такая одежда. А вам? Напишите. Вот дракона. Видите, какие милые дракошки. Так, очень удобный вид транспорта. Тук-тук. Сейчас с ветерком прокатимся до терминала 21. Ну что, терминал 21. Классный торговый центр. Очень красивый дизайн. Вот мы здесь не были, сейчас мы сюда пойдем гулять. Так, видите, это шасси самолета. Смотрите, как красиво. И здесь как будто ты идешь по коридору. Посадка в самолет. Отличная, конечно, идея. Все, видите? Выход четвертый. Все, видите? Проход. Как все, как в самолете. Здесь у нас такая шикарнейшая Эйфелева башня. Смотрите. Эйфелева башня. И мы с вами находимся в Париже. Так, первым делом заходим в Лакосту. Залина с Виталием нас... Сюда всегда заводят с собой. Они очень любят этот магазин. О. Все, Юра, иду. Смотри, сумочка маленькая, красивая. Сколько такая сумочка? Просто посмотреть, чтобы сориентироваться по цене хочу. Узнать, сколько стоит такая сумочка. 5250. Я пойду. 16 тысяч, я тоже пойду. Ина, пошла. Да ты что? Вот интересно. Красивые, простатенькие такие. 5200 это 15 тысяч. Да? Да. 5 тысяч вот эти, да? Черные. А, у меня вот такие, я в таких поехала, кстати. Ну, потому что... 3950, 4, 12 тысяч. Напротив. Ну что, здесь, смотрите, огромное количество всего продается на первом этаже. Мы как-то с Юрой здесь попали на акцию отличной одежды. Босоножки вот такие. 3990, 12 тысяч стоит. Мне вот такая форма туфель нравится, только каблук поменьше. Вот такие бежевые, такие лодочки. Если бы они были на маленьком каблуке, можно было просмотреть. Ну вот одни такие туфли должны быть на каблуке. Ну где-то 10 тысяч сами стоят. Одежда детская. Одежда детская хорошая. Посмотрите. 250 бат. Это 750 рублей. Какая прелесть, а? Какая милота. Хотела вам показать туалет. Я уже показывала как-то. Но, смотрите. Все. В зеркалах. Я не это хотела показать.
раковины, смотрите, какие. Вот они. Я вам хотела показать следующее, что здесь туалеты полностью с управлением, с кнопочками. Тут вот в обычном торговом центре вот такой туалет. Управляешь тут, моет, сушат. В общем, все, что хотите. Многие напишут, что-то покажут, что ли. Но интересно же, смотрите, не в каждом торговом центре стоит такой туалет со всеми функциями, которые все работают. Водичка так, так, так и сушка. Ну, прикольно, я считаю. Все, не забывайте свои вещи. Смотри, на полу. 2018 год его, да? Заложили, наверное. Терминал этот. Ну, он очень свежий. Так. Или пойдем наверх сначала. А я, может быть, здесь распродажи какие-то. Давай погуляем здесь внизу немножко. Смотрите, сколько чемоданов. Мама хотела джинсовый чемодан. Давай посмотрим, есть ли. Джинсы пока не. Пойдем, пойдем. Ну, пока чемоданы все такие, как у нас. А, вот они, сейчас. Есть вот такие. Мама какие-то видела джинсовые, ей очень понравились. Ой, ну, кстати, это тоже вот такой фирмы. Считайте, допустим, какой ей надо чемодан. Средний 3,5, 10,5 тысяч, но это хорошего качества чемоданчики. Да. Ну ладно, я потом с мамой посоветую, спрошу, какой она все-таки хочет. Так, ну что, начнем с самого начала. Скидки 50% написано. Классно. Сколько сумка? Это меня прям стимулирует на покупки. Это из чего такая сумка? Сколько она стоит, интересно? Вот такая летняя. А, не вижу. Господи, 1190 бат. Ну, 3000. 3000 рублей. Я себе куплю тайску. Скидочки 50%. Например, футболка сколько стоит. Чтоб узнать. 1490, еще и скидка, наверное. Если 750, то 2250. Ну, тогда нормальная цена. Сколько стоит? 2490. Вот такая вот. Юр, смотри, а вот такая. Вот это более женская, кстати. С драконом, да? Прикольно, мне нравится. Так, очень я подумаю насчет чемодана. Если мама скажет, то я их куплю, конечно. Третье, придется вместо багажа докупить и все. Ну, 10,5 тысяч на наши деньги. Сейчас еще раз не покажу. А я посчитаю, иди, я сейчас догоню. Вот этот чемодан, вот этот вот. Мама хочет, чтобы как раньше, по старинке. Вот с такими карманами. Видите, сколько? Раз карман, два, три. И он очень легкий. Ну, не знаю, какой цвет. Да вот я такой цвет и возьму. Поэтому в Таиланде, ребят, становится шопоголиком, чтобы вы понимали. Ему здесь интересно все. Вот, Париж, пожалуйста. Эйфелева башня, второй этаж. Ну, давай еще спортивные магазины посмотрим. Ой, женские, да? Ничего такого нет. 389 бат. Смотрите, какой цвет приятный. Мне не надо, просто показываю. Если бы здесь была распродажа, здесь знаешь, сколько бы людей сейчас да, было? Да, никого нету, к сожалению, да. Так. Ну, она распродажа была, где вот эти чемоданы, как раз-таки на этом месте. Да, здесь вот было. Ну, здесь... может быть, еще будет, Юр, мы же не знаем, они только два дня же были, помнишь? Как-то мы случайно с тобой зашли, увидели. Пошли на второй этаж? Пойдем. Так, прибытие в Лондон. Ну, давайте смотреть, что здесь. Сейчас вот так, как год дракона, и смотрю, прям модно эти красные футболки. И, наверное, я не стану исключением. Я хочу взять потом. Здесь ты открытки покупала, и после этого... Ну и что? Сережку. А давай ходить по, как-то по какой-то закономерности. Мы как-то идем туда-сюда. Я думаю, может быть, Италию. Дальше на Италию нет, пойдем. Нет, вот так прокрутимся или как? Или с самого верха начнем? Пройдем, давай пройдем. Вот, смотрите.
Уникло. Пойдем, Уникло будем заходить? Или вот там Сережку я либо в Уникло потеряю. Не, ну я потом еще приду, когда ты дома отдыхать будешь. Посмотрю, что мне нужно. О, смотри, какие чемоданы. Раньше такие, кстати, были. Когда этот фильм «Восточный экспресс», наверное. Да? Такие чемоданы, мне кажется, у них были. Чемоданов много. Ну, чемоданов всегда много продается. Это фирма «Кросс». «Пума». Написано «Скидочки». Ну, сколько же это интересно? «Пума». У меня тут проблемы с ценниками. Скидка, а сколько стоит, не написано. Понять по цене. Вот. Тут где-то. Не, кассе что-то подносить, я так не люблю. Пошла. 2500 бат. 7500. Так. 2100 бат. Короче, умножаем на 3. Если подняться выше, это будет Лондон. Пойдем вон посмотрим, что там интересного продают. Но мне больше всех нравится почему-то Япония здесь. Когда поднимаешься, здесь второй этаж у нас почти одни спортивные магазины. Adidas, Skechers. А вот здесь вот всякие вкусняшки. Я здесь тогда, помнишь, покупала в кокосовых листьях конфеты домой интересные. Попробовать. Мне все равно нравится. Запомним, здесь цена 59 бат. Вот эти вонючки, которые любит Андрей, виски мазать. Я потом девчонкам своим на подарки возьму. 59 бат. А видишь, по китайскому календарю, значит, в этом году, я так понимаю, нужно ходить в красный. Год дракона. Год дракона. Поэтому мы с тобой просто обязаны купить по красной футболке. Обязательно купим. Да, у нас очень мало времени здесь, выделили полтора часа. 150 бат это, помогайте, 450. Вы мне помогайте, не ругайте, а помогайте. О, вот они, натуральные мандаринчики, соки, гранатовые. 80 бат гранатовый сок, натуральный, сладкий-сладкий. Хочешь попить? Нет. Мы только что кокос пили. В общем, здесь очень классно, очень интересно. Просто ходить, все разглядывать. Ну, мы поехали, наверное, в Италию. Поехали. Вот здесь, Юра. Вот. Убытие. Мороженое тоже такое очень вкусное. Вот Starbucks. Я все хотела посмотреть коллекцию. Новогоднюю. А, вот они, эти кружечки. Это не... Я хотела вот эту коллекцию посмотреть. Здесь вот это вот можно все купить. О, сумка. Сколько, интересно, такие сумочки стоят? Кольные. Почти 2700. Вот они, стаканы. Кто любит Starbucks? Вот эти всякие штучки. Ребята, какие такие красивые взяли. Здесь остались только некрасивые вот такие. Ну, хотя тоже ничего. Вам такие штучки. Эти кружечки такие, год дракона. Такой выбор. Прикольные штучки от Старбакса. Ну ты просто не поклонник Старбакса, тебе поэтому не понять. Да, мне нравится. Напишите, кто, кому еще понравились такие штучки, которые я показала. Так, ну мы с вами. Кто не любил, тому не понять. Кто не любил? А, Юра, кто не любил, того не понять. Вообще, напишите, как вам магазин. Ну, я понимаю, что вы любите шопинг, но мне хочется так вот. Samsung. Пошли в Samsung.
чистый Samsung. Нет, здесь должен быть чистый Samsung. Пойдем. Потом сюда пойду без Юры, еще поснимаю. С ним каши не сваришь особо. Так, Samsung S23 Ultra стоит... это я неправильно сказала. Вот, 44 на 3. Вот, и 150 тысяч стоит вот такого цвета. А какой объем тут не пишут. Должны писать. Память какая. Значит, я никак не могу пока. А есть вот, вот такой вот. Вот, А54? Вот так, 120, 120. А, только 256? А вот этого нету, да? No. Только вот этот. Только сколько со скидкой? 165 тысяч. Ага. 15 минус 1500. Сколько ее уходит? 13 500. Что, взять? Не знаю, я бы теперь походил, договорился, если человек приехал и сказал. Сейчас зайдем с вами сразу в Samsung. Ой, смотри какое. Смотри, какая красивая башня. Юб, сейчас я тебя обойду вот так вот. Смотри, до самого потолка. Это называется Пизанская башня. Какая красивая. Которая все падает и падает. Какая красота. Сейчас пойдем в официальный Samsung, там смешанные были. Что такое? Что-то... Телефон такой? Да. И ничего себе. Это расколобушка. Вот так. Бери в руки. И открывай. Это расколобушка. Ну, вот. Вот так вот. Я видела с нами, эти, которые тайцы сидели за соседним столом в Америке, которые живут. У них вот такой был. 40 тысяч, 120 тысяч. Так, давай А54 найдем. Вот такой. Еще там клевый был. Маленький, в руке хорошо держится. Машина нет. Это какой модель? 23. Вот мы пришли, нашли. А54 5G. Там нам 13 со скидкой 13 500, 256 гигабайт. Сколько же здесь стоит? Оксан, смотри, прикольный такой. Вот это со скидкой здесь можно сейчас. Смотри, какой большой. Получается, это прям получается. А он раскладной же, ё. Раскладной. Ну, ну вот он. Сколько он стоит? 60 тысяч бат, 180 тысяч. Ну там скидка будет, скидка. Сколько? Юра кого-то хочет купить. 3 тысячи. А вот этот мадам со скидкой будет? Вот такой вот. А вот этого ноу, да? Финиш, да? Только вот этот. Вот он. В общем, Юра, все. Впереди. Вот он, ты можно использовать как планшет? Планшет, да, вот смотри, вот он планшет. А можно вот телефон, ты используешь все вот. Вот телефон. Телефон, да. Айфон лучше. Нет, я не про это говорю совсем. Вот часы к нему уже в комплекте, наушники. У меня 256 память, а у меня 512. У меня тоже большая память, насколько я знаю. Так, ну что, iPhone 13, 14, 15. 15 плюс 128 гигабайт стоит 37 900 бат. 38 на 3. 512 стоит 50, значит 150 тысяч. Это 15 плюс. Слушай, это вот это 15 плюс, а 15 просто iPhone стоит 32 900. Это вся техника. Давай еще вот здесь Samsung посмотрим и эту тему оставим, пойдем дальше. Окей? Это уже... А тебе продавали по 13 500. Это со скидкой. Со скидкой. А здесь уже скидка? А здесь цена стоит уже. А спроси, есть у них скидка? А есть скидка? Скидка. Ну, прайс. Вот это прайс, да? Yes. But I don't have stock. Это вот это вот? No. Ну ладно. Вот получается то же самое. То же самое, 13 500. Так что телефон маме возьмем. 13.
13 500. 40 000, грубо. Их на Galaxy 23 Ultra, кому интересно, вот 39 900, 256 гигабайт и вот 45 900. И плюс, видите? Так что кому интересно, телефон есть, в России работает. Пойдем дальше. Следующее интересно куда-нибудь место. Я мечтаю еще купить себе квадрокоптер. Как-нибудь. Чтобы тебя в тюрьму посадим. За что? Ну, сейчас летать нельзя, да. Мне вообще в Таиланде тоже нравится гулять, что-то рассматривать. Потом, когда остается уже пару дней, все, начинаешь покупать прямо все, что нужно и не нужно. Вот 6 мыла. Если ты берешь 6 штук, то по 39 бат. Мы поедем в этот, где по-русски все написано, в косметику, и возьмем там гораздо дешевле. Я, в общем, на сувениры всегда привожу вот таких вот. Беру их 10 штук, приезжаю, каждому даю на сувенир. И всем нравится всегда. С этой подушкой в кают. Это для каких-то озабоченных, мне кажется. Согласись? Нет, не соглашусь. То есть ты бы поспал на такой подушке? Я, да. Вот слышали? Мужчин совсем все по-другому. Мне кажется, любой мужчина мечтал бы окунуться своей головой вот в такую подушку. Ой, я не могу с тобой. Это женский подход. Ну, наверное, так да. Нельзя. Сейчас, Юр, хочу посмотреть позже. Сумки из кожи такие. С крокодила тут дорогие сумки, я уже как-то их снимала. Наверное, не очень интересно со скатом. У меня даже ремень дома, кошелек с крокодила. Сумка. Даже не сумка, ремень из ската, в общем. Как-то первый год это мы все покупали, самый первый год, а потом все уже. Юр, поехали дальше в Японию. Показываем. Сами ходим, вам показываем. Короче, как будто мы вместе с вами гуляем. Вот и все. Вон аптека Ватсон, мне нравится, там всегда скидки тоже. Угу. Да. А тут благовония стоят. И кофе. Можно попробовать кофе, пожалуйста. Кофе, да? Да. Ну, вот эта аптека тоже Бутс классная. Мне кажется, с драконом красивее была, да? Чем вот это, как считаешь? Ну, она тоже в китайском стиле выдержана. Ли, ну, тоже дракон же, видишь? Ну, да. Угу. Но не дракон, а это вот именно китайский. А какая красивее, то, что внизу видела, или вот эту? Хочу Ванюхе на подарок купить. Не, красивая. Больше размер. Такую же. Вернее, это он ее выбрал. Нет. А вот еще она висит, смотри. Ну, они все маленькие. Они все маленькие. Один размер. Если только растянется. Нет, не растянется. Ходи тогда в этой. И самое интересное, это для меня вот этот этаж Японии. Токио. Ну что, многие продавцы уже говорят в сетях на русском языке. Фонарики на потолке. Бангкок Латекс. Как будто не уезжали. Юра, ты в ту сторону пойдешь? А, ну пойдем. Борцы сумо. Кружком, да, пройти? Кстати, очень мало людей в кафе сидят. Можно обратить внимание. Вот потолки такие красивые. А это вот такие борцы. Кстати, хочу сказать, что морепродукты, они точно, креветки быстро усваиваются прям. Ты уже есть хочешь? Ну так я бы, ну нет, пока не хочу так. Но... Ну, что не съел бы? Ну да. Здесь, смотри, уже на потолке сакура. Тут
чем занимается. Везде русская речь звучит. Да, 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 много русских. Смотрите, какой мост. Поехали наверх еще? Поехали. Так, здесь какие-то лички, сладости. Конфетки из манго 160 бат стоят. Вот такие вот. Мы едем с вами в Сан-Франциско. Смотрите, дорога, здесь интересного ничего нет. Смотрите, наверху крабы сделали. И вот такой вот мостик. Здесь у нас зона тоже фудкорта, кафешки, суши. Много азиатской еды, естественно. Ну и европейская тоже есть. Юра правильно заметил, огромное количество русских туристов отдыхает. Не русских, русскоговорящих. А это, смотрите, держит башню. Как вам, напишите, понравилось? Смотрите сверху, как мост и над ним фонарики. Вообще меня умиляют все такие вещицы миленькие, а Юре все такое не нравится. Мы прям с ним разные, разные, разные. Вот он идет вообще, не обращает внимания на такую красоту, а я наоборот иду и получаю наслаждение. Смотрите, красиво же. 908, 6 тысяч минус 15%. Ну круто, да? Угу. Сколько стоит? 1600, 1700, 5100 минус 30% скидки, наверное, да? Сколько? 5100 по рублям. Ну, что, по рублям? Да, минус 30% скидка. Ну-ка, или вот эти только со скидкой. Не знаю, сколько там. 1700 тоже 5100 минус 30% скидка. Это как у тебя, да? Да. Сколько? 1490 бат. 1500, 4500. Минус 30% скидка. Цена была, а сейчас стала 1043. Это даже, знаешь, сколько? 2700. Ну, если есть твой размер, можно взять новую, свеженькую. Тебе же они понравились. Дай. Ну, вот так она ничего хорошего. Ну, да. Я ношу толстовки. Элька. Мне кажется, классные. Вообще классные. Как считаете? Напишите, что думаете. Мне кажется, даже Excel мне не надо. 2500, 7500, ну минус там курс немножко. 7000, как считаете, брать, не брать? Такая покажи вот рубашку, мы же не видим. Вот такая рубашка. Но она... А... она твердость, чувствуешь какая? Ну да. Сколько стоит? Стоит она... Она здесь 50% скидка, кстати. 2490. И скидка? Иди спроси, со скидкой или нет. Хорошо, вы его узнавать. Ну, понравились мне вот эти вот. 2500 бат стоит. Как на мне? Напишите. 1245. 1245, это сколько? Ну, это будет 2700 и 3200 где-то. Ну, это пуговицы. Угу. Не, если поискать, со скидками можно что-то найти. Ну, я считаю, что за 7000 мне такой, наверное, не нужен. Нет необходимости. Напишите, короче. Как раз видео выйдет, вы его посмотрите, напишите. Мы когда ходим по магазину, мы всегда разделяемся и встречаемся через 2 часа. 2 часа пролетели незаметно, несколько раз мы же с тобой встречались. Ну и сейчас идем туда, где чемоданы, на выход. И в следующий раз, когда придем, я вам сделаю, если вам будет интересно, Uniqlo магазин. Он очень интересный, большой ассортимент, просто сейчас физически времени нет. Время 9 часов, и мы сейчас отправляемся еще в Бикси на массаж. В общем, пойдем дальше гулять. Ну все, мы вышли, там, видите, началась живая музыка, а мы с вами, вот, мы здесь вот живем, прямо, вот.
Сиам, Сиам, видите, отель. Так что мы совсем близко. Тоже очень нравится. Я уже иду, говорю, что намного интереснее, чем даже фестиваль. А это вот уже комплекс, наверное, жилой, да? А, это вот отель, наверное, Гранд. Это дом или отель? Наверное, кондо, скорее всего. Похоже на дом. Так, осторожно, тут машины. Выходим. Так, вы купили? 100 бат, 140 бат. Ананасы, смотрите, 5 штук, 100 бат, 270 рублей. Красотища. Ну и что, напротив нашего отеля, ну не напротив, практически на второй линии, мы вот там живем, видите, я же вам говорила. Наш любимый тоже Big C. Здесь, вот смотрите, здесь и торговые ряды. Раньше много было, сейчас не вижу. И вот кафе, пожалуйста, вышел. Шашлычок, что хочешь, взял. Мы с ребятами сейчас разделились. Они ходят на массаж поближе к отелю и по более дорогой цене. Мы ходим подальше от отеля по очень дешевой цене. Так, ну что, Централ Марина. Это тоже торговый центр. Он не такой большой, конечно, как терминал 21, как фестиваль. Но тоже очень интересный. Здесь нас что привлекает? Большой магазин Big C. Здесь, видите, тоже 390 бат, штаны разные, 199 бат. Вот такое все, туники висят. Мой любимый торговый центр. Твой? Мой. Да. Здесь тоже прохладненько. Так, хорошо. На узкое жарище, что тут говорить. 27 градусов, что у меня показывает телефон. Здесь тоже есть аптеки. Но здесь тут поспокойнее, потому что в основном все гуляют в терминале 21. Сейчас гуляют все там. Откупают. Нет, по-разному, кто где. Ну и здесь тоже, конечно, люди есть. Везде есть народ. Так, растения тут. Выставка сегодня. Ну здесь, по-моему, вообще так вот мало людей, да? Ремни по 199 бат, по 259. Идем потихонечку и смотрим. Юрин любимый магазин. 990 бат джинсы. Ну, 3000. Бусики. Тоже такая всякая ерундистика. 150 бат. 250. А сейчас уже на 3 умножаешь. Совсем не дешево получается. Ну, что-то дешево, что-то не дешево. А вот пластиковый чемодан, вот мне такой нравится. Ну, не цвет, конечно. Я имею в виду, он и сам тяжелый. Еще сверху, видите, отделение там. Удобно, когда в последний момент можно что-то затолкать в чемодан. Ну, мы с вами заходим. Big C. Народный магазин здесь, в Таиланде. Это первый этаж продуктов питания. Второй этаж. Второй этаж одежда. Техника. Здесь я, насколько мне известно, фрукты всегда дороже. Ну, у фермера, конечно, дешевле. Нет, не только у фермера, а вот сейчас мы проходили мимо. Яйца. 49. Ну, смотри, Юр, какие яйца-то дорогие. 147 бат, 3 десятка. 450 рублей. Ну, в принципе, так же, как у нас, да, уже стали яйца. Ну, яйца, мне кажется, всегда дороже были. Вот это десятка. Как у нас все сравнялись цены? 100, а, нет, 180, 180, вот это вот 210. Не, у них все равно подороже яйца. Да. У нас дорогие, а у них еще дороже. Получается, вот это вот, а ну вот это 450, вот это выгодно брать вот такими пакетами. Я думаю, что для кур здесь не лучшая это климатическая зона для кур. Ну, может быть. Вот, смотрите, всякие мангустины, вот эти конфетки. Все здесь, конечно, очень-очень классное. Ого! Здесь, конечно, много этих чипсов или что это? Конфеты, наверное, да? 1000 бат.
еще. Сушеный, да, какой? Сушеный дуриан. А, да, ну, мне кажется, сушеный дуриан. Пойдем наверх. Пойдем. Видишь, здесь нет шоколада. Самый вкусный шоколадный. Ну, вот эти тоже, кстати, вкусные. И клубничный вкусный. 69 бат. Здесь уже, видишь, какой большой пакет. Так, а вот соки, которые мы с Нурой всегда покупаем. Значит, что из соков? Соки стоят 39 бат. А, яблоко, гуава, микс. Вот этот, мне кажется, вкусным еще не пробовали. С мангустином сок. Подожди, а где он? Это гранат. Гранат. А, самый вкусный еще мне вот этот нравится. Вот он. Классный. Из маракуйя. Такие шоколадные. Здесь 8 штук. Зубную пасту с мужиком показать. А здесь есть такая интересная? А, ну вот она, смотрите. Здесь по 2 штуки. 79 бат она стоит. Вот, с мужиком это значит вот этот. Говорят, что очень хорошая. Да, мятная. Вот она, мятная. 79, получается 200 рублей. 220 где-то стоит 2 штучки. Ну, а что, прикольно. Мятная. Хорошая паста. С Юрой вот такая, с солью. Хорошая паста, но, говорят, с мятой лучше. Вот она. Вот это есть паста с мужиком. Ладно, идем дальше. Кока-кола стоит литр 28 бат. 80 рублей. Кружечки какие. 179 бат. Кошечки. Смотри, какие симпатичные вонючки для машины. А что у нас такие? Неужели не продаются? Мне кажется, у нас тоже такие должны продаваться. Как думаете? Мне вообще-то, в принципе, и не надо. А родителям покупала типа вот таких вот в туалет ставить. Ну, не помню фирму, да чего ж классно у них пахнут они. И вот такие вот 69 бат. Правда, жалко, на месяц хватает. Ну, блин, аромат такой. О, я даже так чувствую. Через упаковку. Вот. Нам пришли за супер крем. 19 бат. 60 рублей. Кроссовок нарисую. Да. Майки, смотрите. 200 бат, 600 рублей. На тренировку ходить мне. Не, это я шучу. Ну, они просто... Я хотела какой-нибудь с тематикой такой вот, с дракончиком. Ну, если я выберу, конечно. Мне понравилось в 21-м фестивале, но просто мы уже устали как-то. И тяжело ходить. А там, на самом деле, есть очень хорошие вещи. Особенно пола мне понравилось. Вот, на Юру футболке. 259 бат. Ну, здесь такие вещи. Ну, подешевле. Есть нормальные, можно просто ходить надо. Но мы уже устали, поэтому в следующий раз все вам покажем. Это вот футболки. 259 бат. Умножаем на 3. $750 рублей. Раньше как-то дешево все было. Ну, потому что курс выгодный был. Сейчас на Валбурсе дешевле надо заказать. Ладно, мы что-нибудь в большом магазине еще раз купим. И получается, надо покупать либо в терминале 21, да, и смотреть, там акций полно. Хоть купить за 3000, ну хорошую футболку, правильно? Ну, здесь выбор нет. Вообще его нет выбора. Может быть, или центральный Бикси. Может быть. Вот тут что-то... Не очень. Какой же вкусный сок этот маракуйя. Смотрите, вот прямо вот тут с косточками. 100%, видишь, написано, 100%. Да я знаю, вот, мой. Да. Вкуснейший. Ну все, на массаж пошли, да? Потому что сил нет ходить вообще. Тут старость, что ли, наступила, еле ходим. Ну что сказать могу? Ну что сказать? Я поддерживаю тебя. Не, идем на массаж, все, ну нафиг. Ничего вечного в наше время. Не, раньше, я помню, приезжаешь, всю Волкин-стрит обежишь, туда убежишь. Там, да, выход? Можем там пройти. А вот это что за выход? Здесь мы не выйдем? Это выйти на другую сторону. А, нет, нам не надо на другую сторону. Пойдем. А сейчас, смотрите-ка, на базар съездили.
Не, накупали. Но мы не спали. Мы спали 3 часа. Я чувствую, что из-за этого у меня просто сегодня колоссальная усталость, потому что я не выспалась. Сегодня попробуем в 12 пойти и лечь спать. Да я здесь я подожду. Пошли. Ну пойдем. Ну что, Лана называется. Не пошли мы туда в дешевый салон. Сколько сюда народу. Ой. Смотри, здесь. Да везде хорошо, господи. Главное, чтобы мастер хороший был. Такие кабинки. Телефон стоит. На зарядке. Наверное, чуть не наступил. Молодец. Ну что? Юра, все уже, релакс. Если дешевый массаж, там трусов не дают. Если подороже немножко, то трусы там, дают. Входит уже. Да, сейчас, здесь трусы сейчас, входят в стоимость. Сейчас и корзинку дадут. И корзиночку дадут. И полотенца чистые лежат. Ну, здесь темно, мы не знаем, насколько они чистые. Да чистые, но же видно, что... Да чистые. Ты что, ты не видишь? Ну, что ты... Да нормально все, да. Ну что, ребят, вот сделали здесь массаж. Ладно, и подороже вроде там, и почище вроде как. А фиговый массаж сделали. Ну так, на троечку. Ты вообще... Массаж головы вообще не делал, от слова вообще. Ноги так поёрзали. Если я вчера за 200 бат мне она такой массаж шикарный и, мне, и на голову. Оставлю, а, в этот раз она до головы вообще не дотрагивалась. Ну зато мы с Юлей насмеялись, нам дали трусы одеть. Боже мой, мы сначала не поняли, ниточки какие-то. Юра говорит, это что, говорит, на голову одевать? Мы с ним смеялись, короче. Я говорю, давай для истории оставим. Ну так, шутка, конечно, вообще такие. В общем, труселя это были изюминка этого салона. Ну, на самом деле, во многих салонах дают. Ну, нормальные, как бы одноразовые, но здесь это вот, ну, я не знаю, на таких таечек, наверное, рассчитаны, но точно не на нас, кабанов, с тобой. Правильно, дорогие друзья? В общем, отлично провели сегодняшний день. Друзья нас уже все позвонили, ждут. Мы направляемся, как говорится, в отель. Не будем дальше болтать, мы постараемся пораньше лечь спать, хотя бы в час. Ну, а там как получится. Пока-пока.